Раунд 31. Мне кажется, мне так надо идти. Потом что делать? Ну, призраку лезть однозначно. Я думал, вдруг так можно. Что с блоками сделать? Мне кажется, они нужны, чтобы от зеленого забраться. Как спустить нормально? Мне нужно 2 блока туда поднять. Как я могу их уронить? Это я пнул? То их я туда, по идее, не достану. Может быть, отсюда пинать? Или мне все же один только нужен? Кажется, я могу вот слева пропнуть, если я 2 туда подниму. Я могу сделать
раз вот так. Мне кажется, так я не смогу запрыгнуть туда. Как мне? А, ну ладно, подумаю. Правильно сделал. Вот надо было так сделать, потом пинать уже. Я бы вот так сразу два пнул, и один бы упал куда надо. Человек с негнущейся спиной без усилий по пару тонн на ткани. Да, но он крутой. Он гнется только от камня. Так, надо понять, как второй блок сюда поднять. Чтобы они друг другу не мешали. Или так нельзя вообще сделать? Поднять могу только вот сюда положить. Или мне нужно было его заранее поднять. Типа вот раньше бы, если я вот так сделал, то блок упал бы сразу на него, и я бы смог оттуда вылезти сразу. Но кажется, понятно. Потому что иначе ничего нельзя сделать. Просто это заранее трудно просчитать все сразу. Вниз нельзя падать.
Так. Начало, допустим, понятно. Я пну блок, потом переложу его. И, допустим, даже скину сюда. Разломаю ящик. Но мне нужно будет сюда блок поднять еще. Возможно, его как раз, не знаю. Блин, перезалез. Блин, ничего не могу сделать. Надо было... А что надо было? Было взять? Нет. Подожди, а как... Я забыл, как он лежал. Мне нужно вот сюда блок донести, чтобы пройти направо. Ладно, давайте еще раз посмотрим. Он наверху лежал. Я должен был его просто уронить, на самом деле, а не залезать туда. Таким макаром тоже его поднять. Или нет? А, я должен был его поставить, но не так. А на уголок, тогда бы я смог все сделать. Теперь фейл. Также на уголок. Так, а как мне перепрыгнуть? Физически невозможно. Если бы я мог сюда забраться, я бы смог справа взять и использовать по назначению. Либо мне здесь нужно пирамиду в три блока строить. Из вот этих трех блоков внизу, видимо. М-м-м.
Ну, это возможно. Вроде. Или нет? Скажите себе. Нужна правильная тактика для этого. Потому что мне нужно закидывать один сюда, а потом его поднимать куда-то. Вот сюда, например. Но тут лежит этот блок. Куда мне его деть? Какой-то третий вариант. Наверное, если я один сюда подниму еще каким-то образом, то я бы мог забраться туда наверх. Опять же, я не вижу нормального способа это сделать. Можно, конечно, если я хочу методом пинка вправо это делать, то тогда мне нужно еще два блока туда прикинуть. И все равно я не смогу ничего там сделать. Нет, должно быть что-то с вот этим одним блоком. То есть я подниму сюда второй блок, тогда я смогу забраться. Но я не понимаю, как я могу это сделать. Значит, так нельзя сделать. Так я и так нельзя сделать. Нужно прямо ровно ставить туда. В принципе, нет. Не могу здесь нормальную лестницу сделать. Я здесь не пройду тогда. Ставлю блок сюда, я не могу забраться на него. Я что-то не понял просто. Вот здесь.
Даже если бы я здесь построил два блока высоты что-то, да? Что бы я смог потом с этим сделать? Поставил бы блок правее, но вот этот блок сверху. И чё? Взять я бы его не смог. Поставить на полублок тоже не смог. Однозначно. Мне нужно что-то такое, да? А, так я же мог просто перепрыгнуть. Что за дурак? Ну дурак. Так, по идее здесь мне второй блок нужен, чтобы вылезти. То есть ничего я не выпну отсюда. Нет, пока я не могу его так закидывать. Нужно вот так сделать сначала. Так, дурак. Это я в уже существующем уровне. На карте уже пересечение какое-то. Так. Что-то слева там сверху непонятное, как будто вообще туда не надо лезть. Мне нужно подняться вот сюда и закинуть туда блок, чтобы с ним пройти обязательно. Эти я могу пнуть только и больше ничего.
Тут я могу пнуть только один блок. Вот так. Видимо, в несколько заходов надо это делать. По идее, два блока в высоту, и я... Нет. Нужно три блока лестницу построить и забраться с блоком. Нормально. Только... Надо все четко сделать. С такого же расстояния. По идее, вот вот отсюда, да, строить? Опять что-то с полублоками. Вот так я смогу. Раз, два. Не, по-моему, не смогу. Нужно обязательно вот сюда ставить. Или, допустим, вот сюда. Так, упрощается. Ничего не упрощается. Здравый дворер, добрый вечер. Так, у меня 4 блока. Раз, два, три. Мне нужно лестницу построить. Обязательно. И один блок взять с собой. Мне нужна какая-то лестница здесь. Она должна быть где-то отсюда.
А, я, наверное, могу вот так сделать. Я только блок взял раньше времени, но это еще ничего. Тут весь уровень про то, как поступить в начале. Тут вообще пол уровня обрезано. Видимо, то я понимаю. Мне нужно вот этот блок поставить вот сюда и пнуть его вправо. И вроде все. Нет? А, нет. Тогда, если я просто его туда поставлю, ну, то я на него не смогу запрыгнуть. Потому что еще один блок нужен внизу. Так, нужно понять, что я делаю вот здесь. Мне нужно сделать какую-то лесенку, уронить блок сюда, потом... его сверху, допустим. И как я так? Если я его просто сюда уроню, я не пройду уже там. А может мне нужно... А, так мне нужно просто вот так сделать. Смотри. Дети гении на месте, японские. Так. Выглядит как пиксельное месиво просто. Думаю, ящик мне не надо сразу ломать. Если я пройду уровень, будет чекпоинт на второй. Мне в основном нужны ящики, чтобы выбраться из западни зелеными, зеленым ящиком. Нужно три блока туда переставить. Но я могу или нет? Да вроде могу. Отсюда пнуть просто.
Я теперь вот этот блок не подниму. А для чего он мне тогда? Чтобы снизу пройти? Мне же нужно еще вот здесь что-то придумать. Понятно, это возможно прыжок. Возможно. Возможно, там блок, два блока хватит на самом деле. Слева зайти обязательно. Понятно тебе, зачем этот блок требуется. Или хотя как... Он мне нужен только, чтобы выбраться? Нет. Или да? Нет. Я же отсюда не вылезу просто так. Типа даже если я вот так сделаю, допустим. Мне этот блок нужно прокинуть вправо. И как мне вот этот блок вправо прокинуть? Ну, я его не могу сюда, он там застрянет. Поднять наверх я его тоже не могу. Типа... Может быть, я тот блок зря туда поставил, но я его не достану теперь. Мне нужен блок, чтобы выбраться отсюда еще один. Да, наверняка нужно было пнуть его в другое место. И просто уронить сюда два. Да, скорее всего.
если уронить сюда два, я могу пнуть один вправо. Потом. Да. Второй использую. Чтобы вылезти отсюда. Один блок мне нужно вот так поставить. Однозначно. Он вроде прошел. Не так уж и сложно. Как будто до 30, ну, с 20 по 30 были сложнее уровни. Сейчас я пописью и надеюсь, да пройдем. Осталось 5 уровней до конца игры, по идее. Кажется, пинать отсюда не стоит. Или стоит. Ну, если его пну, я могу его только сверху разбить. И он мне, наверное, нужен, да. Мне нужен блок спустить вниз один. Сюда. Однозначно. Нужно ли мне со вторым что-то делать? Мне кажется... Скорее нет, я могу его оттуда взять. Ты его запнул, там потом не достанешь. Thank you.
Изи. Либо у меня интеллект вырос, либо уровни проще стали. Наверное, сложность была в том, чтобы понять, как конкретно идти, потому что можно было через верх идти, но там тут ты бы закрылся, не смог ничего сделать. Это, возможно, нужно выпнуть. Мне, наверное, нужно туда идти, нет? Туда же я не смогу забраться, только если спуститься сюда. Мне нужно два блока здесь, чтобы пройти туда, и один блок там, чтобы подняться там. Так, нужно что-то тут придумать, да? Мне нужно один блок поднять к зеленому ящику. Каким-то образом. Что с этим блоком делать? Наверное, один. Мне нужно этот блок. Блин, зачем я это сделал? Нажал на С. Это два раза С, это сломать. Либо его на полблока вправо можно было подвинуть. Я, может, что-то придумал. Этот блок мне нужен, чтобы забраться сюда с другим блоком. Скорее всего. Ну, что пнуть. Ну, я, допустим, могу его сюда закинуть, но потом я смогу его только пнуть, а он там застрянет.
Надо так сделать или... Предварительно переложив третий блок на правый краешек. Да я мог бы вот так, типа, пропрыгать с ним. Поставить его... Ну что, даже если бы я его сюда поставил, то что потом я делаю? Я пну вправо, то он тут загнется. Значит, нужно сначала вот так сделать. Тогда я смогу его пнуть вправо. Спасибо за фол. Спасибо за фол. Не уверен, что это прокатит. Прыжок возможен. Выглядит не как intended way. Нужен один блок сюда еще, видимо. Я этот сюда скинул. Я же не смогу им ничего сделать.
Я заблокирую проход. Я уверен, что начало у меня правильно. Потому что, ну, тут просто нет вариантов, на самом деле. Ой. Или тут хитрая схема. Я могу, допустим, сэкономить один блок вот здесь. Сейчас. Не разбивай этот ящик. Что мне это даст? Даст ли мне это хоть что-то? Я бы мог сюда сверху спуститься. Но я бы не смог здесь подняться. Никак. Даже если я сейчас не буду это ломать, мне нужно будет сверху спуститься и здесь же выйти.
И потом мне понадобится лишний блок тут. Откуда-то сверху его спустить. При том, что... вообще непонятно, как ходить можно. Как туда что-то спускать. Или я и так... В принципе, даже если я свалюсь, что я могу здесь сделать? Не, ничего не могу. Мне нужен еще один блок. Да и... блин, не факт вообще, что я могу туда вылезти. Могу ли я слева поднять блок? Допустим, я делаю лесенку здесь, вот сюда ставлю блок. Тогда я смогу взять вот блок откуда-нибудь отсюда и кинуть его наверх. То мне нужно будет еще один блок сюда принести. И сколько тут блоков? Недоступно. Ничего не понятно. Здорово, кого там, добрый вечер.
пылесос бы принес, сейчас быстро бы достали сокровища. Друнить это возможно, если запомнить все пазлы. Это даже будет интересно выглядеть. Ну, то есть игра не выглядит интересно, когда я сижу полчаса и думаю, как мне пазл решить. Наверное. Так, все еще. Здесь непонятно. Может, мне нужно два блока туда толкнуть. Один приземлится, я смогу его взять. Я жду туток. Я даже могу поставить на следующий блок. Разности биомов. По секрету, по-моему, вторая, третья и экстра, они все в одном стиле. Там даже, кажется, вторая часть, там ничего нового нет. Третья, там они придумали еще кувшин нужно носить. Так, и тут мне еще что-то надо придумать. Нужен один блок сюда. Где его возьму? Спрашивается. Или мне не нужно было здесь выходить? Я думал, что, может быть, до веревки можно дотянуться. Мне нужно блок типа вот сюда поставить. Можно было, наверное. Видишь, какие два блока надо пнуть. Про то, что спуститься вниз, туда. Наверное, я мог... я понял. Да, ты прав. Все, задачка решена. Thank you.
Так. Нет, тут нужно было еще кое-что сделать. Может помочь еще видео? Ну, я не против узнать, давай. Если я без нее проходил 37 уровней, было бы интересно узнать. Взял. Можно аккуратно дотянуться ногой до сундука, не роняя его. Серьезно? Ты думаешь, так это проходит? Кеклы. Ну, я проходил без этого. Стопудово. Тут надо было по-другому. Наверное, я могу продемонстрировать. Либо поставить блок вот так. Нет, подожди. Я думал, что я могу пнуть его обратно. Блять, что ты натворил, дебил? Пнуть его обратно и тем же макаром его здесь поймать. А, есть другой вариант. Есть другой вариант. Как это... Или нет? Блин. Да, есть другой вариант. Еще выйти без этого. Сейчас я сделаю. Или нет? Ой.
Тут же есть третий блок, который я могу использовать. Смотри. Сюда вернуть. И что-то с ним сделать? Сейчас я ничего не могу с ним сделать. Здорово, Астернекс. Ничего не забираю, там больше ничего, мне лень. И еще был бы способ, если бы мы смогли сразу три блока пнуть одновременно. Да. Только я не могу их же поставить даже так. Будет другой эффект. Не сложилось. Типа мне либо нужно этот блок обратно относить. Второй не пинать было пройти туда самому, а что бы я сделал после этого? Ничего же не сделал. С одним блоком там как бы не залезть. Даже с двумя блоками, смотри, мне нужно же один блок использовать, чтобы залезть сюда, ну туда, в смысле, с блоком.
смысле, мне нужен, значит, вот здесь блок, чтобы туда залезть. Либо поднять блок наверх. Не знаю, давай пробовать. Да, это Каспаровым нужно быть. Вот. Да, чё-то тупняк. Так. Ну, тут однозначно же два блока мы пинаем. Мама пришла у кого? Здорово, кроме. До 25-го дошел, ничего себе. Жестко до пикселей, очень мощно. На 5 уровней прошло. Ну, ну ладно, 7 уровней или 8. Угу. Чё, думаешь, Pixel H можно это сделать легитимно? Или вот твой удар ноги хитрый? Возможно. Ну давай. Или я сейчас туплю. Надо было сначала камнем там намудрить. Thank you.
А, ну заблокируем. Может, как-то вот это надо внизу что-то использовать? Ты думаешь, хитрый прием с ногой? Начало однозначно. Да, я согласен. Я могу отсюда один блок сюда сразу закинуть. Привет, стримблокер, спасибо и тебе. Это ты даст? Типа его можно закинуть сразу в эту яму. Остальные два унести вправо и один. Но я потом в той же ситуации окажусь. По идее. Три уровня можно пропустить. Кажется, понял.
какой. Два камня на одиночный блок и пнуть. На который? Который справа? Координаты. Вниз. Вот этот? А сколько в них? Пнуть его отсюда? Вот этот? Имеешь в виду, что его как-то выпнуть оттуда? Вот тот, который вот здесь. Даже физически не смог бы. Самый левый верхний, вот этот. Ну да, я его обычно на правый пинал. Так, секундочку. Секундочку. Привет, Хельга, спасибо тебе, удачного вечера. Он так стоял, можно было поставить. Я бы этот смог закинуть наверх, например. Помним, как эти проходились.
Ну это легчайший вообще, видимо. Так, блин, я не могу два сюда поставить. Как я два запинаю теперь? Теперь проблема. Я... Ну вот так я могу поставить, либо вот так. Ну, в общем, вот так я могу поставить. А, да, ты прав. Ты прав. Точнее. Интеллект. Ну один-то точно пнуть надо, как бы, иначе нафига он. Так, что тут? Нужен еще один блок туда. Его только выпнуть можно. Лишний блок есть, благодаря вот этому. Так. Думаю, надо их не так пинать, как они сейчас. Иначе они там закроют просто проход.
Но к зеленому блоку нужно сверху приходить. Может, не трогать пока вот эти два? Я могу этот блок поставить туда, но тогда я не вылезу. Если я выпну один блок, наверное, надо было его там оставить, просто тут, куда переставить, куда-нибудь. Ну ладно, давайте просто что-нибудь сделаем. Даже скорее нужно оставить пока что. И так я поставлю, то я смогу и взять свой момент. Как будто одного блока не хватает. Сюда просто поставить. Не допрыгну. Не знаю, стоит, что ли. Куда три блока просто кину. Вроде простой левел был. Осталось, наверное, 2 или максимум 3 уровня. А чё здесь две веревки? Мужик справа стоит. А, это... То это другой уровень. Куда даже пройти нельзя. Это, возможно, даже из второй части уровень. Его видно. Так, давайте подумаем, что я могу. Ты что ты творишь? Мне все время хочется попрыгать. Вот я прыгаю. Этот блок мне нужен, чтобы пройти здесь однозначно. Этот блок я его могу пнуть, да? Не знаю, надо оно. Выпнем. Привет, мускелер.
Ну, хорошо. Мне кажется, вот это вот такой смысл. Так, как сюда пойти? Вот один блок мне мешает. Не знаю, куда его деть. Это куда поставить? И потом фиг возьмешь оттуда. Или может так и ладно. Простейший. Он там хлопает на улице. Видимо, поняли, что я прошел. Кто-то good job. Собаки, что ли? GG. Сыграв копилочку. Смотри, все прошли без читов. Спасибо, Хельмет. 39. Роковой, типа, это финал, как раз ничего не надо делать. Я доволен. Спасибо, Хельга, спасибо, Pixel H. Да. Вчера какие-то все сложные уровни были. Спасибо, Коутон. А сегодня там пару сложных, и остальное то next, не знаю. И еще три игры пройти, Pyramid Magic. Поздравляю, жена. Это 700-я игра в моем списке. Pixel H, а ты не смотрел экстра, который Pyramid Magic Extra? Я тебе сейчас покажу. Там первый уровень уже голову ломаешь. Сейчас я добавлю в пройденное. Он типа...